Прежде всего, векторные объекты представляют собой кривые, которые описываются математическими формулами, разделенные на сегменты опорными точками, так называемыми. Возможность редактировать векторные объекты осуществляется как раз именно благодаря вот этим вот опорным точкам. Рассмотрим основные свойства векторных объектов. Для начала возьмем объект с незамкнутым контуром. Активируем окно свойств объекта и увидим соответствующие параметры. Первое свойство, которое мы рассмотрим, это тип линии абреса. Можно выбрать различные варианты. Второе свойство – это толщина абреса. Ну и третье свойство, соответственно, это цвет абреса, который мы можем менять. Три основных свойства, о которых необходимо знать. Если мы будем рассматривать объекты с замкнутой формы, контур объекта с замкнутой формы, значит, у него есть те же три основных свойства. Это тип линии, толщина и цвет. Но благодаря тому, что объект замкнут, есть возможность еще задать внутреннюю заливку объекта различным образом. Есть возможность убрать толщину абреса. В этом случае мы получаем вот такой вот объект замкнутой формы. Если мы рассмотрим стандартные фигуры, у них будут те же три свойства основных, которые мы рассматривали только что. Но для каждой фигуры есть еще свои стандартные специфические свойства, которые позволяют особым образом редактировать векторные объекты так или иначе.